Какой? Он будет здоровым уже через месяц. Абсолютно здоровый, да, ребенок. Трехлетний Абдул-Азиз Хурсанов из Карамурта попал в больницу с тяжелым диагнозом дефектом межжелудочной перегородки. Длительное время малыш находился под наблюдением врачей на регулярном амбулаторном лечении. Но в один момент состояние мальчика ухудшилось настолько, что ребенку потребовалось срочное хирургическое вмешательство. На помощь Абдул-Азизу пришли кардиохирурги из Украины. Я испугалась, я думала, что потеряю ребенка. Хорошо, что врачи среагировали. Подготовили ребенка к операции. Она длилась более 5 часов. За это время я, наверное, постарела лет на 10. Спасибо докторам. Я узнала, что ребенка оперировали врачи из Украины. И все это бесплатно. Дай им Бог здоровья и спасибо огромное. Бригада украинских кардиохирургов прибыла в Шымкент в детскую областную больницу и уже провела 11 экстренных операций детям. Уже после операции хирурги встретились с местными кардиологами, с которыми поделились опытом и договорились о совместном сотрудничестве. Две операции были технически сложными, но не представляли большой угрозы. То есть риск был небольшой, до 5%. И три операции это были... Те операции, которые в самых лучших клиниках мира, они составляют до 15% смертности. Стоит отметить, что шымкентские кардиологи детской больницы регулярно проходят практику в Центре кардиохирургии в Киеве. В этом году также заключен договор между лечебными учреждениями о дальнейшем сотрудничестве. Шудин Саидов, Николай Иванов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.